Юлия Савичева о дочке, поклонниках и боязни летать на самолете. Юлия Савичева о дочке, поклонниках и боязни летать на самолете. Ольга Циинская, певица Юлия Савичева соскучилась по зрителям и сцене, но дни в самоизоляции у нее расписаны по часам. В интервью Риа новости она рассказала: за что любит юг России и Португалию, почему предпочитает итальянскую и азиатскую кухню а также о том, как у нее появилась аэрофобия и в каком городе был самый романтический отдых. Сейчас мы всей семьей сидим в загородном доме на самоизоляции. Естественно, из-за пандемии запланированный гастрольный тур ⁇ Любовь найдет ⁇ перенесли на осень. Я очень соскучилась по зрителям и выступлениям. Надеюсь, что в ближайшее время возобновится авиасообщение, разрешат массовые мероприятия, а я смогу отправиться в тур и представить мой новый альбом ⁇ Клевш ⁇ Певица Юлия Савичева. Знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. На отдыхе в Португалии знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. 1 дробь 2 певица Юлия Савичева. Знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. Но и сидя дома не скучаю. Сейчас у меня на первом плане семья. И большую часть времени посвящаю дочке Ане. Наш день расписан по часам, занимаемся зарядкой, гуляем на участке, бегаем, прыгаем, рисуем, танцуем, читаем, часто готовим. Когда они засыпают, я стараюсь выделить время на работу, снимаю видео для социальных сетей, решаю вопросы в чатах и, поведя связи, общаюсь с журналистами. Дни получаются очень насыщенными. Юлия Савичева катается на велосипеде в Португалии ⁇ Знак авторского права фото ⁇ из личного архива Юлии Савичевой. Велопрогулка в Португалии – знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой. Юлия Савичева с лошадью – знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой. 1-3 Юлия Савичева катается на велосипеде в Португалии – знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой. Мое любимое место отдыха Португалия. Много лет назад туда переехал отец моего мужа. С тех пор отпуска мы проводим именно там. Мне нравится радушие местных жителей душевность и теплый климат круглый год. Поэтому, как только закончится карантин, откроют границы и появится время на отдых, мы всей семьей обязательно туда отправимся. Очень лояльно отношусь к тем, кто узнает меня на отдыхе и подходит с просьбой сфотографироваться или взять автограф. Помню, как в Португалии в магазине ко мне обратилась девушка, Юля, это вы. А мы следим за вашим творчеством. Было очень приятно встретить соотечественницу и услышать теплые слова. Юлия Савичева в Ларошель, Франция знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой. Юлия Савичева на съемках передачи Форд Боярд» знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой 1 два Юлия Савичева в Ларошель, Франция знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой «Я люблю юг России, удивительные природы, теплое море, красивые горы, приветливые люди». Анапа, Геленджик, Сочи, Лазаревская для меня это особенные города. На протяжении многих лет, начиная с фабрики «Звезд-2», каждое лето мы приезжали туда с концертами. А если было свободное время, вместе с музыкантами отдыхали на черноморских пляжах. Больше всего запомнилась моя первая поездка в Италию и невероятная кухня, всевозможные пиццы, пасты и десерты. Не разочаровалась, побывав в этой стране, Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым в Венеции знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой как одно из самых вкусных блюд вспоминаю пекинскую утку, которую мы пробовали в Китае. Уверена, приготовить ее так же вкусно не получится ни в одной другой стране. Юлия Савичева в Китае знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой, а еще запомнились суши, сашими и рисовые пирожки в Японии. Несравнимо с тем, что подают в японских ресторанах других стран. Юлия Савичева во время отдыха в Португалии знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. Юлия Савичева в Португалии знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой 1 дробь 2 Юлия Савичева во время отдыха в Португалии знак авторского права фото. Из личного архива Юлии Савичевой со мной на гастролях происходит много курьезных историй. Во время одного из переездов мы попали в аварию, которая надолго мне запомнилась. Водитель на мгновение заснул, и мы чудом избежали столкновения со встречной машиной, вылетев в кювет в кукурузное поле. Именно кукуруза нас тогда и спасла, не дав нашему автомобилю перевернуться. Певица Юлии Савичева в Португалии знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. Юлия Савичева смеется знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой 1 дробь 2 певица Юлия Савичева в Португалии знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой еще был очень страшный перелет, после которого у меня появилась аэрофобия, не могла с этим справиться три года. Мы попали в грозу, была сильная турбулентность, в иллюминаторе сверкали молнии, град стучал по обшивке, в самолет врезались птицы. На земле я долго не могла прийти в себя. Юлия Савичева на Сейшелах знак авторского права фото. Из личного архива Юлии Савичевой идеальное путешествие для меня поездка всей семьей туда, где тепло, вкусная еда, возможность погулять по пляжу, позагорать и искупаться. При этом я не люблю жаркий климат. Температура воздуха выше 30 градусов мне не подходит, и дочки перегреваться ни к чему. Юлия Савичева на пляже. Сейшелы знак авторского права фото из личного архива Юлии Савичевой. Юлия Савичева выходит из моря на Сейшелах знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой 1 дробь 2 Юлия Савичева на пляже, Сейшелы знак авторского права фото, из личного архива Юлии Савичевой, а самой запоминающейся из романтических была поездка в Венецию. Мало того, что этот город пропитан атмосферой любви, он совершенно не похож ни на один из тех, в которых мне довелось побывать. Безумно красивый, самобытный, с богатейшей историей, культурой и великолепной архитектурой. Венеция уникальна. Вернуться в начало вернуться на главную 8 часов ровно 21 мая 2020 года. Обновлено 8 часов 07 минут 21 мая 2020 года 53.